На юг, восток и запад семьи эвакуированных с их наспех собранным скарбом. В 1953 году мы взрывали вот эту бомбу тоже на башне, но это была не наилучшей конструкции водородная бомба. Можно было сделать в этих же габаритах более мощную бомбу. августа 1953 года. Испытание первой в мире водородной бомбы мощностью взрыва в 20 раз больше, чем взрыв атомной бомбы. Воспоминания Сахарова. Испытание вызвало огромный интерес и волнение во всем мире. В США его окрестили Джо-4. 4 – порядковый номер советских испытаний. Джо соответствует Иосифу, имя Сталина. Мощность взрыва и другие параметры оказались близкими к расчетным. Начальство было в восторге. Мы же понимали, что еще предстоит колоссальное и нетривиальная работа. На самом деле и мы недооценивали ее масштабы.